Для меня всегда, он всегда начинал с личного примера. На себе показывал. И потом самое, так скажем, самый мой любимый пункт был, третий пункт, это поощрение. Какие-то моменты, там, когда я в школе там учился или еще что-то, или там какую-то работу по дому делал, когда он мне говорил, что вот так, вот так, вот так делаешь, там, можешь заработать деньги, да, и так далее. Я там, когда проходил, дай мне деньги. Он мне говорил, а что ты сделал, чтобы ты их получил? Чем ты заслужил? Когда ты становишься отцом, это вначале ты не понимаешь, когда у тебя там один, два, три ребенка, конечно, она меняет кардинально тебя в голове. Ты многие вещи начинаешь по-другому делать, по-другому мыслить. Но я бы хотел, чтобы я строгим был бы для детей, потому что сейчас с такими возможностями мне тяжело будет их в чем-то ограничить. А детей всегда надо ограничивать в каких-то моментах, там, во времени, в каких-то их потребностях. Но у меня всегда были ограничения. У меня, например, у моих отцов, так скажем, богатый отец, а у меня не было богатого отца. У меня отец чуть по-другому смотрел на вещи, нежели я. Потому что я бы хотел, чтобы я мыслил, как он, по отношению к воспитанию. Но я думаю, что мне тяжело будет, потому что он вырос в другой сфере, я вырос по-другому. Да, он же старше меня был почти на 30 лет. Для меня футбол – это номер один вид спорта. Для меня это. Я и в детстве тоже мечтал футболистом стать. И вообще всегда футбол смотрел. Но футбол лучше. Там не надо бить, там не надо никого ломать, ушемлять. Ты просто выходишь и по красоте показываешь, какой ты профессионал, какой ты спортсмен. Но это же тоже очень сложный вид спорта. Ну и футбол мне больше нравится. Больше, чем UFC, больше, чем ММА. Ну, сколько я слежу за футболом, да, а я от этого не устаю. И знаю, очень знаком со всеми командами, кто где, когда играл, кто что выигрывал, когда финалы были, Кубок УЕФА, Лига Чемпионов, Чемпионат Европы, кто в какой группе был. И с Криштиану, с Бензема общаемся, со Златаном. И вот, ну, с Криштиану встретился, общался. Очень много вопросов у меня к нему было. Например, как он настолько, ну, сохраняет вот этот огонь конкуренции на протяжении 17 лет на высшем уровне. Да, с 2003 года, можно сказать, он на виду, да. И он каждый раз доказывает, в конце сезона он всегда входит в топ-10 лучших. А лет 7-8 он был лучшим. Ну, как это все ему удается, мне просто было интересно. Ну, как я понял, это внутренняя энергетика, желание, мотивация человека, дисциплина, восстановление, режим, питание, там все вместе сходится.